Как и обещали, в одной из программ пойдем в гости к Nissan. Ну вот этот день настал. Надо сказать, что японцы очень вовремя обновили модельный ряд. Кризис лучше переживать с новыми моделями. А для знакомства возьмем сразу парочку машин. Они разные, но есть в них одна примечательная общая черта. Итак, Кашкай и Сентра. И сначала о той самой общей черте. И Сентру, и Кашкая можно запросто спутать с более высококлассными моделями. Ну, например, я до сих пор путаю нового Кашкая с новым X-Trail'ом. А Женя в салоне принялся снимать Сентру, а потом вдруг обнаружил, что это Тиана. Такое сходство для этих машин, безусловно, плюс. Выглядят дороже, чем есть на самом деле. Хотя Кашкай и собран на ниссановском заводе в Англии, а Сентра нашла российскую прописку и приехала к нам из Ижевска, тем не менее, разницы по качеству нет. Ижевская сборка ничуть не хуже. Впрочем, меня это не удивляет, ведь уже 2 года назад на Ижавто начали внедрять философию производства Альянса. И поэтому к началу выпуска Сентры обкатали многие нюансы. А вообще, вот бьемся об заклад, что буквально несколько месяцев назад многие про эту машину ничего не слышали. Сентра как-то внезапно явилась на наш рынок. Показали ее впервые на Московском международном автосалоне 2014 года. И многие спрашивали, что за машина? Это Nissan на базе Fluence? Нет. Сентра – это чистокровная японка. У себя на родине известна как Nissan Sunny. Это уже ее третье поколение. Кстати, под именем Сентра знают этот Nissan и в Америке. Вот маркетологи сделали правильно. Чисто японские машины у нас любят. И пусть в красоте они проигрывают европейским, зато по надежности рулят. Конечно, фанаты Тииды всплакнут. Ведь пришла Сентра как замена Тииде, но не плачьте. Замена адекватная и, на наш взгляд, более симпатичная. Ведь Тиида хоть и молодец. Но все-таки, ну не обижайтесь, фанаты, страшненькая. А вот поклонникам Кашкая и вовсе нет нужды грустить. Кашкай сделал прыжок вперед. Предыдущее поколение этой машины, безусловно, было хитом среди кроссоверов. Даже в консервативной Европе, которая предпочитает свои евроавтомобили. Впрочем, благодаря альянсу с Рено Кашкай они считали своим. Да и делался он под Европу. Тем не менее, потенциал еще был, и раскрылся он именно в этом поколении. Простоватые формы сменились более выразительными, а внутри? И где те простенькие материалы? Тут мягкий пластик, кожа и… Впрочем, скажу кратко. Нафарширован Кашкайчик по полной. Есть все, что только можно представить в автомобилях этого класса и даже более. Наверное, впервые у кроссоверов C-класса мы видим на дисплее картинку кругового обзора. Нет, камеры и монитор недорогие, изображение среднее по качеству, но полноценное, что позволяет смотреть и назад, и вперед, и вбок, и сверху. И мне нравится, что в придачу к видео идет и звук. Парктроник, притом и задний, и передний. Да и вообще, хотя в нашей машине такой опции не было, тем не менее, Кашкай теперь может парковаться сам без нашей помощи. Притом как параллельно, так и перпендикулярно. Замечательно. Впрочем, некоторыми опциями мы даже и не пользовались, считаем их галимым маркетингом. Тем не менее, их наличие однозначно будет льстить автовладельцу. Тут и система контроля усталости водителя, распознавание движущихся объектов, контроль рядности движения, слепых зон. Кашкайчик вырос. Сентра тоже не разочаровывает. И парктроник, и камера, правда, кругового обзора нет, но согласитесь, это все-таки пока роскошь в C-классе. Отдельное слово по ездовым повадкам. Не буду скрывать, что нас интересует и ваше мнение, и мнение коллег по цеху автожурналистов на те автомобили, которые побывали у нас на тесте. И вот скажу крамольную мысль. Зачастую мы не согласны с тем, что читаем или видим у других. Ну вот, например, Сентру покритиковали за настройки руля. Мол, крутишь, а откликов нет. Ребята, а вы хотя бы до сотни разгонялись? У нас не возникло таких претензий. Сентра адекватно откликается даже на небольшое покачивание рулем. Ноль возможностей синтетически, но есть. На трассе ехать в удовольствие. Это же семейный седан, ему не нужен острый руль. А многие отписались в комментариях. Мол, всего один мотор, вот с 2.0 я бы взял. А мы думаем, что это чистой воды троллинг и хвастовство.
Потому что я смотрю на продажи седанов C-класса и... Да вы же покупаете машины именно с мотором 1.6, а если есть меньше, то и с меньшим. А вот 2.0 дорого, их берут немногие. Так что, на наш взгляд, маркетологи Nissan пульнули в точку. А хочешь более мощный двигатель? Бери Тиану. Притом связка мотора 1.6 идет с вариатором. Тоже правильно. Автоматические трансмиссии у нас полюбили, а вариатор Джатка японцы доработали. И сейчас с ним проблем нет. С удивлением прочитали то, что подвеска у нового Кашкая жесткая. Вот еду и возникает вопрос, а где эта жесткость? Притом, если начиная сравнивать с нашим X-Trail'ом первого поколения, вот тот действительно иногда бухнет на неровности, а Кашкай, да он их и не замечает. И мы догадываемся, в чем причина столь противоположных мнений. Резина, а точнее ее размер. Дело в том, что в максимальной комплектации этому кроссоверу доступен размерчик R19. У нашего R17. И вот на этих колесах Кашкай едет отлично. Никакого дискомфорта. В общем, принимайте к сведению такие разногласия по тестам. Конечно, Кашкай нас порадовала своим полным приводом. Притом эта ниссановская трансмиссия All Mode 4x4i может творить чудеса. Хотя помним, что это кроссовер. Ходы подвесок и углы въезда-съезда рампы не джиповские, поэтому ограничения во внедорожные возможности вносят геометрия. Берегите бамперы и брюхо. У Сентры другая идеология. Семейный седан, а поэтому большой багажник и очень просторный салон. Притом на заднем диване действительно вольготно и для тела, и для ног. А еще у Сентры хорошая шумоизоляция. Непривычно для чистокровного-то японца. Притом даже чуть лучше, чем у собрата Кашкая. Впрочем, это уже российская доработка. Да и на дорогу ее приподняли. Здесь Сентра не уступает многим, в том числе и народному любимцу Логану. Поэтому ехал по неровностям я без опаски. А, кстати, что там у нас снизу? Картинка приличная. По всему днищу нанесли дополнительный антикор. Облили добротно. В наших условиях такое лишним не будет. Да и конструктивно этот новый седан – правильный автомобиль для российских-то условий. Задняя ось. Добротная и надежная балка. В общем, по ходу теста с центра мне нравилось все больше и больше. Это машина, которая не влюбляет в себя сразу, но по мере знакомства чувства того гляди и вспыхнут. Не знаю, какая судьба уготована ей в России, но аппарат подходящий. А вот с Кашкаем все ясно. Народный любимец был, а в такой упаковке однозначно останется. Он стал лучше, притом во всем. Лучше шумоизоляция, лучше подвеска, лучше дизайн, море опций, отличный полный привод, больше моторов. Кстати, в Европе благодаря Альянсу доступно аж 5. У нас пока 3, но отметим дизель. Притом с ним идет и другой вариатор, который способен переваривать больший крутящий момент. На тестовой же машине 2-литровый бензиновый. Отличный мотор. Идеально уравновешен на холостых, не слышно и не видно. А подаж газу тяги хватает. Если бы не кризис, то, думаем, сейчас за новым Кашкаем выстроились бы очереди.